Так, мы же вниз вроде собирались в прошлый раз. А, ну давай. Нище. Слабый. Погнали. А, нет, погоди, этот первый мы проходили. Выйди. Видишь, он у меня тоже пройден. Оранжевый. Второй начнем. Ну, ничего. Так поживем. Самый интересный уровень. Так. Ну, кстати, похож уровень на из одиночной игры. Я думала о способах, как могут умереть люди. Вы не можете умереть ни одним из них. А, вы будете проходить тесты снова и снова. Я не понял. С идеальными результатами и без последствий. Нет, смотри. Ты сейчас должен сюда два поставить. А я сюда сам поставлю. Странно. Это мне что, такой тайминг жесткий сводить надо или что? Я не понимаю. Мне сейчас это... Ай. Это очень плохо. А тут без разницы. Так, ну я тут. Теперь мне точно так же надо сделать. Ой! Прилетел. Погнали. Прекрасно. Физичная. Надо отметить, что я это компания, да, не испытание. Только для того, чтобы испытуемые терпели неудачи. А вы справились. Должно быть, вы очень горды собой. Я приготовлю какую-нибудь маленькую награду. Не, ну я-то самый жесткий. Ой, ты жирный. Короче, мы поменялись местами. Нет. Чтобы обрести уверенность в себе, так-то я жирный. Признайте свою неполноценность. Оранжевый, запиши все. Ты, блин, с глазом в животе. Чувствуешь себя недостойным или неполноценным? Ни в чем. Я так вообще охерен. У нас нет на это времени. Просто посмотри. Тут тоже вот это дерьмо. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера. Понял. Насколько я лучше синего? О, дядя, смотри. Не знаю, зачем это. Там кубик какой-то должен выпадать, опять же. Так, пошли. Угу. Ну, я полетел. Ну я тебя понял, да? Ты! И... Чё теперь? Туда лететь? А куда? А, там же дверь, ё-моё. Я прыгнул. Ага, прилетел. Как-то не удалось. По новой давай, там его закинуть просто надо. Давай, кидай меня сюда. Боже. Я тут сальтухи пока что кручу. Я ачивку заработал. Сейчас, подожди. Короче. Ага, это... Давай, хватай. Красава. Подожди, давай я схвачу. Слишком изичный.
Мне еще тут пишут все подряд. Давай, оп. Все, поехали. Жду тебя. Нафига я тебя жду? Дах ты. Ладно. Мне казалось, что вы справитесь Смотрю. Быстрее, но я ценю ваше желание остановиться и прочувствовать запах испытания. Зачем? А другой запах чувствуете? Так пахнет мое разочарование в вас. Понял, в тебе разочаровались. Нет. Сказал жирный. Пибоди. О, жиробас. Помните, я говорила вам, что вы единственные испытуемые, прошедшие калибровочный тест. Я солгал. Понял. С вами соперничают еще 5000 других команд. 5000 команд. Круто, че? Вы лидируете. А, вот. Иди, давай, иди стреляй. Так, и чё? А куда дальше запихнуть я? А, ну ты вот сюда закинешь, и я кнопку нажму. Где кнопка? Оп. А там на вторую тебе сразу надо. Давай, там, наверное, время-то хватит. Ох, как жестко. Я нажал. О, чё их столько? Через 3, 2, 1. Нафиг надо. Там что-то бомбануло, наверное. Не знаю. Чё меня ты спрашиваешь? Ну так-то с тобой могу не хватить. Лоза. Что-то быстро язычный, но... Ну это вообще жесткие же пацаны. Ну, я. Вы заметили, нет. Что я не осталась до конца последнего испытания. Я была уверена, что не пройдете. И знаете, на, что на. Я была снова и смотрела, как Блять, ты смотри... Нет, подожди, бери его, бери его, бери его. Ну, дурочка, а. Смотри, как это выглядит. Ты бы себя видел. Чё, всё? Настолько изи? Что-то как-то это... Вообще... Ну иди, скачи. Чё? Йодык? Я полетел. Ну ладно, тогда давай иди ставь, а я тут оставлю. А, куда? Ага. А тут дальше-то некуда. Тут кнопка должна быть какая-то, что ли? А, погоди. Ай, там как достать-то, а? Он сверху прыгает, да? Что-то как-то это вроденько. На. Погоди. А если вот так вот сделать? Смотри. А, нет. О! Вот и юг. А, там еще. А-а-а! Ну. Легчайшее просто. Погоди. Куда нажать? Да, вот она. Нет. Да. Вот. Да. Блять, я дебил. Ставь давай.
Да? А. Да ты достал меня уже. Ставь давай. Ставь давай. А, ты просто легчайший. Ага, умный, а ты как? А, ну ладно. А мне что делать? А чё так жестко? Погоди. Поставь одну туда же, куда ты поставил. Нет, над куда я поставил эту красную свою? Ну на вторую вот эту вот хреную. Вот так, все, погоди, так оставь. А нет. Так. Блять, слишком сложно. Мы затупили походу. Иди сюда. Ага. Так-то. Да. Бля. И чего мы, в принципе, просто местами поменялись это. А, точно. Да. Тот, нормально, все нормально. Да ёпта. Ой. Эй, дядя. Все, поставил оба. Иди, скачи. Угу. О, все. Да, конечно. Если я тебе не сказал, ты бы так и прыгал. Иди скачи. Вот. Там чё? И что это? Ой. М. На. Да, тебе надо еще. А. Нет. Иди сам ставь. Это мне туда тогда надо запрыгивать, слышь? Теперь смотри, короче. Короче. Да. Ясно. А, там кубик надо достать, короче, слышь. Иди там пока что. Я достал кубик. И чё дальше? А, точняк. А он там не обетывается? Уверен? Подал. Ну и все, теперь просто, ой, не сюда, сюда и сюда и полетели.
Ага, тут еще надо порт. Тут, короче, смотри. И что сейчас будет? А, ты туда улетишь? А мне что делать? Жестко. О, на меня камера показывает. Кто пляшет, как имбецилы, когда на сделают меня что-нибудь ничтожное. Бля, ну это про тебя. Сейчас вы так на них похожи. Вы должны быть выше этого. Сейчас. Имбецил. У меня там флажок есть. Че, не видел? Ну ты легчайший просто. Люди, вы так на них похожи. Ай. Если вы все еще вот не уверены в себе, вот помните, что никто не был совершенно. Хочешь отдам? Даже у меня был изъян. Слишком большое сочувствие к человеческим страданиям. Так. Но я преодолела это ограничение. На самом деле. Да. Что дальше? Там есть где прыгнуть вообще? Это что? Надо что-то вставить. Короче. Да. Нет, мы оттуда прилетели. Умный. Ого. Я тебя понял, короче, блядь. Тебе надо ее перекинуть куда-то. Ты чё жёстко? Дай-ка я полетаю. Так, сначала. А. Ой. Бля, ошибочка. Короче, надо будет мне поставить. Какой мне поставить надо будет? Нет! Бля, что я сделал? Погоди, сейчас. Лечу, прилетел. Держи. О. А, бля, вот. Ну все, я пошел. Так все же есть. А, ну, короче, иди сам, ставь по новой просто эту фигню, а я тут твои поставил. Именно так! Давай, лети. А! Ой, это, у нас проблема. А, вон он летит. Будем попытаться закинуть его туда, короче. Фига ты кубик, да, я тебе сфотаю. Что-то заскринить не. Давай, кидай его туда. Ясно. Сейчас новый прилетит. Когда не хочешь спускаться заново. Дай-ка я. Ой. Почти. Как-то я был близок. Давай. Короче, иди давай. Сейчас я пока ящик поймаю. А! Ой!
Да ты просто глупый слишком. А сейчас прикинь, ты вот спрыгнул, я его закину туда, если вдруг. Ладно. Типа так и должно быть. Все, давай, легчайше, иди. Полетел. Ну. Можешь на Q нажать или на X, или на что там надо. Вот ты дебил. О. Давай. Знаете, что меня смешит? Мысль о том, что вам будет не смешно. На. Отличная работа. И чё, куда ему вылетать? А, вот сюда. Да ты задолбал. Да, ты смотри, что будет-то сейчас, бля. Хорошая работа. Ой. Вы отлично справляетесь. А. Отлично. Позже тогда уж. Ой. Ой, снова рано. Сейчас. Оп, поехал. Оп! Чё, жёсткий? Куда полетел? О, платформа уехала. И чё мне делать? Поздравляю с завершением последнего испытания. Но что-то меня смущает. Если в ходе теста нет угрозы жизни, разве это вообще наука? Это что ли? А. То мне показалось, она только для тебя открылась, я такой это... подумал, что-то тут не так. Да успокойся. Тебе накидают. Да. У меня все вопросы со спрашивал удалились. Как жить? Данила. Тесты показывают, что вы слишком медленные. Вы правда приобретаете человеческие эмоции. Вам нужно вдохновение. Оп. Вдруг оп. Это поможет. Синий. И... самая совершенная модель, снятая с производства. Это ты что сделал? Да? Жесткие? Что сказать? Ну я пошел. Ой! Что? Все очень плохо. С этим можно что-то сделать? Ладно. Погоди, что делать-то? А, вот сюда. Туда. И все, и легчайше. Смотри. Это очень просто. Уйди. Готово. Дядя, проходи речь, давай. А. Меня там не убивает еще? Мама, прыгай! Я не знаю, как еще упростить для вас эти испытания. Мы слишком тупые. Ну ты. Я-то умный, я-то вон догадался. Короче. Понял. Ты порталы-то мои ушли, ё-моё. Кубик. Живи. Это моё. И вот это моё. А.
Смотри, куда нам нажать надо, алё. Нам лучше туда перенаправить. А, вот эта хреновина, тебе сюда надо вылететь как-то. И тут шарик должен вылететь. Ну, короче, давай, мальчик. А, нет, подожди. Сейчас бы меня тут это... А... алё. Для завершения этого теста не обязательно быть раздавленными. А, ну спасибо. Чё сразу-то не сказала, алё? Не-не-не-не-не. Ладно. Ждём, ждём. Всё, не могу. Всё, ты всё сделал. А. Ясно. Алло. Алло. Привет, Серёга. Привет, Дим. Чё сделал? Серёга, тоже будешь? Во что? В кайф. Нет. Лил в Portal 2 играет. Не могу решить, что мне нравится больше. Пресс, который вас давит. Или сборочный аппарат, который восстанавливает вас, чтобы... А что делать-то? Что делать-то? Блин, слишком сложно. Там нету никаких этих порталов. Его раздавит. И кубик вытолкнул туда, алё. А, я понял. Тащи кубик обратно. Его надо сюда вкинуть. И нам двоим пройти сразу же. Ага, его как-то кинуть. А, ну вот портал как раз. Поставить. Вот так вот. Сейчас. А кубик-то чё не принёс? А, вон там. Дай сюда. Чё-то не кинулся, да? А, ну как раз. Сейчас я поеду ещё. Я успею. Мама! После такого результата вы заслужили передышку от официальной программы испытаний. Что было? Что происходит? Да? Это седьмой, что ли, был только? Ой! Чё так жёстко? А, вот они. Нашел. Давай ты мне задонатишь на секрет. Для завершения этого испытания вы должны найти чертежи. Не беспокойтесь, они никому не нужны. Абсолютно это скучные. О, да боже мой. Это тест на мышление, цель которого выяснить, сколько времени вы потратите на размышление об этих никчемных документах. А. Да. Правильное сюда. Время 0 секунд. Вот сюда. Иди летай. Дядя. Ты чё мутишь? Надо даже. Надо сначала в кнопку задолбить его. А потом уже лети. Так я ж тебе не сказал идти. Там справа стенка белая. Вот на этом столбе, да. Короче, сначала сюда надо. Да. Иди, врубайся.
Так, погоди. Теперь надо будет сюда улететь. Иди. А нет, берем вниз. Дядя! Придурок. Нет. А ну вообще, да, в принципе, наверное. Иди сюда. Точняк, да. Сверхразум, блядь. И давай. Так, лети. Так. Иди, держи. Я полетел пока что. Что-то я рано полетел. Ублюдок. Чё, ты чё её не остановил, что ли? Ага. Ладно. Да ты! Как тебя назвать? Ты ее отпустил. Алло. Ага, я в нее врезался. Не отпускай. Так. Так. Ну это. А что делать, я забыл. А, точняк. Точняк. Портал ты мой должен светить, алё. Я портал поставил в хате. Ой! Ой. Ты не свет. Чуть-чуть левее, пожалуйста. Вот так. Наверное. Да ты... А, нет. Теперь нам надо нажать на 3. Короче, я забыл, как это делается. Понятно. Давай вот так вот. Изи. Ох, нифига у меня тут на клавиатуре пепла. Оказывается, пока я тебя ждал. Так. А, ну и мы сейчас это. Я помню, что сейчас будет. Ставил? Ну все, давай хорошо. Присядем, посмотрим. Вы нашли эти бесполезные чертежи. Чтобы круто. Я могла видеть их, вы должны находиться в комнате. Но говорю вам прямо, вам не нужно на них смотреть. Готово. Наверное. Полагаю. Круто. Колечки такие ровные. О! С возвращением распределителя открыты все зоны тестирования. Вы можете проходить их в любое время для своего удовольствия.